Больше 70% жителей многоквартирных домов недовольны работой управляющих компаний. Это данные по области. Собственники жилья считают, на деньги, которые они платят, частные коммунальные конторы могли бы сделать гораздо больше. Главная причина – отсутствие прозрачности в отношениях жильцов и управляющих компаний. Неисполнение условий договоров управления и обслуживания многоквартирных домов, нежелание управляющих и обслуживающих организаций отчитываться о своей работе, некачественное выполнение работ по ремонту общедомового имущества, завышение смет. ЖКХ под общественный контроль. В губернии активно создаются советы многоквартирных домов. В Самаре уже почти 90% многоэтажек обзавелись такими советами. Жители смогут влиять и на качество ремонта, и на квартплату. По закону управляющие компании не имеют права увеличивать тарифы на обслуживание жилья без согласования с домовым советом. Управляющие компании уже сегодня должны привлекать нас к составлению плана текущего ремонта дома на следующий год. Власти настоятельно рекомендовали управляющим компаниям в этом году больше не повышать плату за обслуживание жилья, тем более без ведома собственников. Если это произойдет, жителям прямая дорога в жилищную инспекцию. Наша работа поможет выявлению тех недостатков, которые есть. И чтобы из черной дыры бюджета, как государственного, областного, муниципального, так и, что немаловажно, и семейного, ЖКХ превратилось в понятно работающую систему. В ноябре рабочая группа по вопросам ЖКХ планирует провести в регионе форум советов многоквартирных домов. На многих домах как раз завершатся ремонтные работы. Будет что обсудить. Павел Баймаков, Борис Смеловский, ГИС-события.